Бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что реакция власти на прошедшие в декабре мирные митинги будет жесткой. В связи с этим, собственно, Андрей Илларионов опубликовал статью под названием «Декабрьские тезисы», где описывает вероятное развитие событий, то, как может гражданское общество действовать в сложившихся условиях. Узнаем, собственно, у Андрея Николаевича, что именно за тезисы. Я, конечно, все внимательно прочитала. Очень жесткие, я бы так даже сказала, тезисы. Это ровно то, что очень многие пришедшие на проспект Сахарова не ожидали, да, таких лозунгов, которые прозвучали там, потому что на Болотной все было более спокойно, более мирно, более иронично, я бы так даже сказала, более в сатиричном ключе, больше веселья. На Сахарова уже такой жесткач пошел. Вы практически в своей статье изложили, но по мне, так как гражданин этой страны, страшное развитие событий, которое может последовать за этими митингами. Вы почему так считаете? Это вот потому, что вот такая реакция пошла власти? Или потому, что она такая не пошла реакция власти? Из чего вы делаете такие? Прежде всего, если позволите, я продолжу разговор, который у нас был до перерыва, обратив внимание на большой вклад, который сделали люди с физико-техническим, математическим и вообще с хорошим естественным образованием в последние вот события, последних двух с лишним недель. По крайней мере, именно им мы обязаны такими замечательными лозунгами, которые видели на Болотной и на Сахарова. Мы за нормальное распределение верим Гауссу, а не Чурову. Собственно говоря, наверное, ни один из как бы вот ученых, который занимался довольно прикладными, скажем, абстрактными математическими моделями, не получил такой популярности, как Гаусс, вот распределение имени которого продемонстрировало масштабы фальсификации, осуществленных другим выпускником физтеха господином Чуровым. Поэтому мы видим, что не только Андрей Дмитриевич Сахаров у нас в стране, не только Бенджамин Франклин в Соединенных Штатах Америки оставил свои микроскопы и занялся политической деятельностью, но и тысячи, десятки тысяч людей, получившие образование, стали вносить свой вклад в тот совершенно запущенное состояние политической системы в нашей стране, потому что жить в таких условиях, вот этого забора, виртуального забора, который был создан, больше никто не хочет, и не микроскопы, никакие другие инструменты это не заменит. Теперь к вашим вопросам. Значит, то, о чем вы сказали, там было просто несколько выступлений, несколько текстов, связано вот с чем. Дело в том, что Владимир Путин собирается вернуться на пост президента, причем это будет для него уже не третий, как некоторые ошибочно говорят, а четвертый срок. По сути дела, поскольку пост премьер-министра ни для кого не являлся секретом, что являлся на самом деле фактически позицией руководителя, хозяина страны, политической системы. Поэтому это будет уже четвертый срок. В условиях довольно быстрого падения популярности и рейтингов Владимира Путина, который сейчас, по последним данным, не превышает 36% и продолжает резко сокращаться, даже масштабные фальсификации уровня того, что мы видели 4 декабря, не позволяет господину Путину победить в первом туре голосования 4 марта. И это означает, при нормальном развитии событий, не слишком фальсифицированном, наличие второго тура. И при этом возникают огромные риски лично для него, потому что нарастающее протестное движение может привести к тому, что миллионы людей будут голосовать за любого, кроме Путина. И в таком случае неважно, кто выходит во второй тур, выходит ли Зюганов, Миронов или кто бы то иной, может получить в этих условиях больше голосов, чем Путин. И тогда никакие фальсификации уже не помогут. Это слишком рискованный сценарий. Значит, надо выиграть в первом туре. Но в первом туре, как мы уже говорили, имеющихся масштабов фальсификации, имеющихся методов фальсификации может оказаться недостаточным. Вопрос о власти, о политической власти, является слишком серьезным, чтобы просто так пускать на самотек. И Владимир Владимирович никогда не был таким человеком, чтобы такие серьезные и гораздо менее серьезные вопросы оставлять без внимания. Поэтому, естественно, к этому процессу готовятся как к серьезной операции. Можно говорить, как военная операция, можно сказать, как спецоперации. Но в любом случае требуется необходимое кадровое обеспечение. И мы видим, как в течение нескольких последних дней это кадровое обеспечение готовится. В том числе и с перемещением ключевых людей и, скажем,
тех самых претарианцев, или как там, семеновцев, о которых спрашивали Владимира Владимировича на его вот, встрече с журналистами. Поэтому из этого можно уже сделать некоторые предположения, в каком направлении будет развиваться та самая кампания, свидетелями которой мы можем стать вот, в течение этих двух с небольшим месяцев до 4 марта. Означает ли это, что все те методы или там, те способы, которые были названы, будут применены? Нет, не означает. Но это говорит направление. То, что было названо, не говорится, здесь я должен, Дмитрий, вас поправить, там не было сказано, что это будет. Сказано, что это может быть. И это связано не с тем, что я заглянул в какие-то секретные документы, послушал какие-то секретные разговоры, это говорит лишь о том, что мы можем посмотреть, какие методы применялись в прошлом в нашей стране, в соседних с нами странах или в подобных режимах, которые стояли перед подобными проблемами. И когда мы видим просто набор методов, которые используются для того, чтобы остаться у власти, мы не должны обманывать сами себя, мы не должны тешить себя иллюзиями, мы должны просто отдавать себе отчет, какие методы существуют. Будут ли они использованы? Все ли они будут использованы, какие-то другие методы будут использованы, этого мы не знаем, мы это увидим. Они в запасе, но вы считаете? Нельзя, то есть, да? Естественно, и ни один серьезный человек, который готовит подобное возвращение, не исключает при прочих равных условиях использовать. Конечно, лучше было бы, и для них лучше, их не использовать, потому что риски возрастают при этом. И, конечно, если есть возможность воздействовать, как опять-таки сказал господин Путин о том, чтобы как бы воздействовать на психологическое состояние общества, воздействовать, убеждать, это, конечно, является по-прежнему наилучшим вариантом для него, потому что это тот метод, которому и его учили, и, собственно, который спецслужбы, в общем, предпочитают использовать прежде всего. Другие методы, более жесткие, применяются тогда, когда более мягкие методы, методы а-ля Владислав Сурков, перестают действовать. Не удалось завербовать, значит... Ну, это уже по набору. Опять-таки, ну, я вижу, у нас теперь уже специалистов становится немало по поводу того, как это нужно сделать. В любом случае, для серьезных людей, вообще для граждан нашей страны, было бы крайне неправильным просто закрывать глаза на такие возможности. Если этого не произойдет, я первым буду самым счастливым человеком, что, что бы ни произошло в нашей стране, это обошлось бы без человеческих жертв. Но мы не имеем права закрывать глаза, в том числе на нашу недавнюю историю, в том числе последние 12 лет, что происходило в нашей стране как раз во время ключевых событий, когда происходили накануне тех или иных голосований. Ну, у нас были истории, голосуя, то проиграешь и так далее. Но страна ведь была другой все-таки. Но у нас были не только кампании «Голосуй или проиграешь». Это как бы убедительная психологическая часть. Но скажите, у нас были и другие части. Да. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите в своих статьях о том, что это нелегитимная власть, нелегитимный режим. Причем уже давно, а не только с 4 декабря, с 2004 еще года. Нет, с 2007-го. В 2004-м я этого не говорил. Там было много фальсификаций, там было много ошибок, но о нелегитимности власти с декабрьских голосований в Государственную Думу 2007 года. Но, тем не менее, вы достаточно долго были в этой власти. Вы были советником Путина. Угу. Вы его знаете, ну, достаточно близко, наверное, все-таки. Будучи советником, наверное, общались достаточно много. Когда-то произошел этот перелом в этом человеке? Я сейчас говорю о личности. И потом, конечно, хотела бы спросить у Андрея тоже об этом. Либо, в принципе, было все заложено. Нужно только было развернуться, вы знаете, почувствовать мощь. Вы знаете, Оля, вы задаете тот вопрос, по поводу которого можно написать не одну книгу, и я думаю, там специалисты по личной психологии, узнать, историки, специалисты по политическому развитию, наверное, напишут... Уже написал один парень по имени Достоевский. Написал уже много книг. Да, ну... и там все есть. Да. И там Владимир Владимирович Путин занимает, ну, там, несколько кусочков. Ну, видимо, и последователи Федора Михайловича тоже могут нести небольшой вклад в развитие этой все темы. Все написано. Да. Тем не менее, я так скажу, я считаю со своей точки зрения неэтичным комментировать и что-либо говорить то, что стало известно мне просто в силу того, что я был советником и то, что мы работали. А с другой стороны, не считаю возможным молчать по поводу своих политических разногласий. Собственно, я это не делал и тогда, когда я работал во власти. Собственно, и продолжаю этим заниматься. Но для как бы, вот, историков
прошлого, которые будут писать свои книги в будущем, это один из самых интересных вопросов. Что было заложено с самого начала и что является элементом эволюции, в том числе личной эволюции Владимира Путина? Это очень интересная тема. С моей точки зрения, я только обозначу свою позицию, с моей точки зрения, были ли вещи, которые были заложены с самого начала, как у любого человека, по крайней мере, существовали в нем и до того момента, когда он пришел в власть. Есть, ну, некоторые вещи, которые развивались в нем, лично в нем, под воздействием внешних влияний, под воздействием того положения, которое занимал, под воздействием событий, которые происходили. Здесь есть и то, и другое. И для просто историка, даже вот историка нашей страны последних лет, было, конечно, чрезвычайно полезным обратить внимание на переломные моменты, когда происходили качественные переходы от одного состояния в другое. Я назвал только, пожалуй, две даты. Зависит от вас, вам заинтересует или нет. Одна – это сентябрь 2001 года, другая – март 2003 года. Особенно март 2003 года, с моей точки зрения, одна из таких ключевых дат, которая очень много изменила во Владимире Путине. Это не означает, что он полностью переродился, у него очень многое было заложено. Но вот после марта 2003 года он для себя выбрал некое направление развития, которое, собственно говоря, после этого он практически без изменений продолжает. А мне уточнение вот к этому же вопросу. А скажите, то, что последние 4 года президентом был Дмитрий Медведев, не сыграло тоже свою роль? Если бы это был другой человек. В чем? В том, что сейчас Владимир Путин теряет рейтинги, что вот такая ситуация сложилась в стране, что достаточно может быть трагическим развитие ситуации, что, в общем-то, в какой-то мере выпустил человек бразды управления. Нет, я думаю, общества. Что вообще, честно говоря, конечно, господин Медведев внес минимальный вклад в какие-либо процессы в нашей стране, но что он внес, то, конечно, он продлил время существования на политической арене Владимира Путина фактически на 4 года. Если бы этого не произошло, тот процесс, который мы наблюдаем сегодня, начался бы гораздо раньше. Поэтому надо отдать должное тем, кто отдавал должное вот этому изобретению, вот людям с микроскопом, которые придумали тандем, потому что, в общем, посадить человека, который не претендует на что и ничем не является, и хранить место для Путина в течение 4 лет, это, конечно, явная находка. И при этом, так сказать, вот полностью это подчиняться. Не Нет, это личное изобретение Владимира Владимировича, талантливого и очень способного человека во многих отношениях, способного на нестандартные решения, шаги и на неожиданные маневры. Нам вот на самом интересном нужно прерваться буквально.